Андрей Бороченко. Поздравляю вас с победой, команда «Дядьки». Также вам начали, кстати, Binar System. Вот, и я поначалу начал за вас волноваться. Но вы потом включились. Вот. Сегодня ты доволен игрой своей команды? Ну, я всегда доволен. Сегодня собрались, скажем так, состав самый боевой, который становился дважды чемпионом. И играли неплохо. Свой футбол играли. Учитывая то, что несколько игроков приехало с большого поля, то есть видно было, что немного подсевших. Ну, так, в принципе, все. Ну, в целом, что не понравилось сегодня вот в игре? Судейство. Судейство. А вторую игру подряд. Ну, не знаю, как-то судьи предвзято там к нам относятся, может быть, не знаю. Может, это только мое субъективное мнение. Ну, мы в любом случае, я всегда советую судьям, всегда разговариваю с ними, я думаю, донесу им основную мысль. И сегодня я подходил к тебе перед игрой и тоже спрашивал Бориченко Виталий, Бориченко Андрей и Никита. Виталий – это твой брат, я так это правильно понимаю? Это мой родной брат, а Никита – это мой сын, да, играет за «Юж Чемпион». Завтра у него тоже игра, тренер попросил его сильно не вставлять, поэтому мы его как бы и обкатываем. Пока. Ну, кстати, за Binar System тоже сегодня играл Троян Дмитрий и Троян Роман, тоже сын и отец. Я рад, что у нас на турнире появляются семьи, это будет нашей такой фишкой. Конечно, ну это же объединяет и наоборот, сплачивает, как-то там интерес проявляется. Когда сидишь, переживаешь, просматриваешь потом где-то какие-то ошибки, и все, это всегда интересно. С победой, благодарю. Спасибо. За интервью. Троян Дмитрий, Binar System. Дим, ну сегодня вы так завоевали начали, так хорошо все шло. Что помешало, что сегодня? Ну вот сегодня прям четко все было. Четко все было, но очень много таких моментов, которые не реализовывали, просто-напросто не забивали. У меня два выхода было, вот там, если ты видел, один в один два раза тоже вратаря, все вот здесь парня тоже было. У Валика тоже не забивает. Не знаю, может быть такой реализации какой-то или сыгранности. Очень мало работали, может быть, на тренировках. Еще нужно набирать и давать обороты. И тогда, я думаю, все получится. Ну, в любом случае, у вас очень хорошая, сложная команда. Но вот сегодня очень большой сбор. Да, и да, очень много людей. Как раз одни только разогрелись, только между собой начали играть, что-то связывать, выходят другие, они еще, ну вот так вот как-то получалось. Нужно, да, нужно или четверками готовиться, или как-то, я не знаю, но будем что-то думать, человек очень много людей, например, 12 человек. Ты как считаешь, будут какие-то вылеты, кто-то недостоин? Ну, я думаю, мы посмотрим, пересмотрим все это, но я думаю, пока будем играть, а там все будет, ну, все покажет. И еще такой вопрос, Троян Роман, это твой это, папа? Да, это мой папа. Твой папа. Мне приятно, кстати, осознавать, что вот и в команде дядек, трое Бориченко, то есть и сын, и папа, и, наверное, брат. Будет такой нашей общей фишкой турнира «Эластика», что все будут теми приходить. Спасибо большое. Все, спасибо и вам.